Электронное и дистанционное голосование требует более углубленного исследования, заявил сегодня на заседании председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров. Сейчас ЦИК активно изучает международный опыт по привлечению граждан в процесс выборов и референдумов. По словам сотрудника Института законодательства и правовой информации Николая Турецкого, особое внимание необходимо уделить многодневным и досрочным форматам голосования. Такое решение будет удобно гражданам, проживающим в отдаленных регионах страны. Кроме того, по итогам встречи члены экспертного совета рекомендовали ЦИК изучить возможность установления запрета на фото и видеофиксацию заполненного бюллетеня в день голосования. Центральная избирательная комиссия изучает вопрос международного опыта по привлечению граждан более активно процесс выборов и референдум, который проходит в каждой из стран. Досрочное голосование или многодневное голосование проводится для того, чтобы гражданам удобно было прийти и выдать свой голос, отдать свой голос за ту или иную партию на выборах.